Татарстане задержаны 14 участников запрещенной в России международной террористической организации «Хизб-ут-Тахрир аль-Ислами». Арестованные жители Казани и близлежащих районов республики, сообщает Татарстанское управление ФСБ. Операция по их задержанию прошла сегодня. Делегация из Татарстана посетит бизнес-форум в Германии. Об этом сегодня договорились на заседании Совета директоров Татнефтехиминвестхолдинга. Также рассмотрели итоги работы предприятий нефтегазохимического комплекса и обсудили новые проекты. Республиканский ИФТАР в этом году состоится 26 и 27 мая. Пройдет он в Казанской академии тенниса. Организаторы ИФТАРа разделили его на два дня – мужской и женский. Ожидается, что в нем примут участие 10 тысяч мусульман.